Новый переформатированный офис Сбербанка открылся в Ишиме. Офис находится на главной улице города. Добраться до него клиентам не составит труда. И пройти мимо невозможно. Оформление в фирменном стиле заметно издалека. Посетителям здесь предоставят весь спектр банковских услуг. Безусловно, порадует клиентов и качество обслуживания. Здесь также будет обеспечена зона ожидания. Мы здесь установим электронную очередь. То есть, я думаю, что жители города уже почувствовали преимущество электронной очереди в том, что не нужно стоять в очереди, взяли талончик, присели на диванчик, на диван и в комфорте ожидать. И это позволило, тоже хочу отметить, серьезно сократить время ожидания очереди клиентов. На сегодняшний день та проблема, которая стоит перед Сбербанком, это очереди, она решается, на мой взгляд, успешно. Конечно, не все еще решено, есть еще проблемы, но, думаю, решим. Как вы заметили, не знаю, видно за моей спиной, зона 24, центр города, два банкомата круглосуточные стоят. Доступность клиентов, для клиентов наших услуг становится намного больше. На церемонию торжественного открытия дополнительного офиса прибыли руководители города Ишимского района, постоянные клиенты банка. Мы очень плотно сотрудничаем с Сбербанком, и сельхозпредприятия работают в основном через Сбербанк по счетам, и частный сектор. Ну а население, оно деревня, тем более, всегда консервативная была, поэтому новые банки деревни не воспринимаются. Как Сбербанк был, так он и остался. Мне хочется просто пожелать Сбербанку дальнейшего развития. Не только в городских и в районных центрах, но и вот именно дойти до села побыстрее. Ну и хорошей прибыли. Как отметил первый заместитель главы Ишима Алексей Веренчук, открытие нового офиса Сбербанка в Ишиме – это важное событие для города. Растет культура обслуживания, увеличивается количество клиентов, подчеркнул он. На достигнутом Сбербанк останавливаться не собирается. В ближайших планах – открытие офисов нового формата в Абатском и Сорокинском районах. Еще один филиал появится в центре Ишима. А в новом офисе на улице Карла Маркса 62/1 с радостью встречают клиентов. Каждого здесь ожидают улыбки и обслуживание на высоком уровне. В дополнительном офисе вы можете совершить любую банковскую операцию, начиная от выключения автоплатежа и заканчивая оформлением ипотечного кредита. Основная наша задача – это качество обслуживания клиентов. Рады, что вы пришли сегодня разделить с нами нашу радость и благодарим вас. Надеемся на тесное и взаимовыгодное сотрудничество.